еще осталось вручение гран-при. Я вижу, некоторые художники здесь присутствуют из тех, кто его получает. Кто-то еще у нас опаздывает. Хочу вручить гран-при за участие в 4-й Санкт-Петербургской неделе искусств. В конкурсе декоративного прикладного участия, декоративного прикладного искусства, номинации украшения аксессуара, профессиональной категории профи Ирине Присяжной. Ириночка, спасибо. Это уже второе гран-при мое. Достойное. Спасибо большое. Поздравляем вас. Гран-при триптих Сетл Гейт Матч художницы Побинской Юлия Викторовна. Международный конкурс фотографии категории реклама, номинация рекламация, профессиональная категория профи. Юлии нет у нас, значит, возьмите, подойдет. Гран-при Лаврова Ксения Руслановна. Название конкурсной работы «Марабу», международный конкурс графики, классическая графика, номинация «Академический рисунок», профессиональная категория «Профи». Ксения еще тоже не так ехала. Гран-при Феодор Леонид Александрович. Название конкурсной работы «Русь изначальная». Этот проект проходит как раз на площадке галереи Алексея Сергеенко. И жюри оценила всю мини-выставку как достойную гран-при. Гран-при в конкурсе живописи, номинация «Авангардная и экспериментальная живопись» и номинация «Эксперимент» профессиональной категории «Профи» получает Киселев Сергей Евгеньевич за серию работ «Полиптих Терра». И вот наши участницы. Выберите потом самые лучшие продукты. Да, трех наших участниц мы еще ждем. Предлагаю начать разбор выставки. Нет, еще? А, еще фото, когда вы да. Давайте, тогда даю фото последнего. Слово. Как раз потом, если у нас остальные подойдут, мы им все-таки торжественно вручим гран-при. А потом третьи места всех категорий. Якушина Ирина, Ашкеев Сергей, Фролова Татьяна, Кириллова Ирина, Никитченко Юлия, Маврочев Александр, Демиденко Сергей, Шишкина Галина, Никитченко Юлия, Додиомова Елена, Ланша и Кретов Михаил. Вторые места всех категорий. Обминская Светлана, категория студент, триптих бесконечность в одно мгновение. Поздравляем. Кстати, второе место университета. Мы настолько рады, когда регионы к нам приезжают, привозят своих студентов, заботятся о своих студентах. Я считаю, что для студентов это прекрасная возможность. Такие недели искусств показать свои работы, сравнить свое творчество с творчеством профессионалов и студентов, которые делают, творят в других городах. И кроме того, эти выставки они доставляют огромное удовольствие, эстетическое, интеллектуальное удовольствие, поэтому участвовать в них. Это то, к чему, наверное, сегодня много раз призывали, и еще раз хочется сказать, конечно, нужно участвовать, потому что поделиться своими впечатлениями, поделиться своими достижениями, показать, что мы можем, и порадоваться за других. Спасибо. Спасибо. Уже второй раз участвовать. Да, значит, у нас Наталья в категории профи занимает второе место, быкла Наталья. Работа «Ностальгия», Так, следующая. Борисова Анастасия, Печкасова Надежда. Так, категория «Студент», триптих «Величие тишины». Поздравляю тебя. Кретов Михаил. Ланша. Обушева Екатерина.
Якушина Ирина, Додиомов Роман, Жаден Олег, Маврочев Александр, Хаджиниязов Анвар, Антонова Анна, Кретов Михаил, Ланшар. И первые места. Дмитриева Наталья, Обнинская Светлана, категория студент. Работа называется «Паутина песни Селин. Застывшие капли тумана». Поздравляю. Еще одно первое место у Обнинской Светланы. Работа называется «Не убий». Студент. И еще одно первое место в номинации «Портрет» у Обнинской Светланы. «Мы с тобой одной крови». Еще одно первое место. Да, другая номинация, актуальная проблематика у Обнинской Светланы, к востоку от Эдема. Первое место Бабинская Юлия, Соловьев Владимир, категория профи, актуальная проблематика, серия фоторабот из цикла «Мой город». Первое место Кретов Михаил, первое место Ланша, Кутлицкий Александр, Миронова Марина, Турчининов Дмитрий, Додиомов Роман, Демиденко Сергей, у нас с Украины участник, Маврочев Александр, Шишкина Галина, Антонова Анна, Дмитриева Наталья и Бабинская Юлия. На этом... Подождите, у нас к Филиппу подошло. Мы сейчас то, что только что успел сделать. Ксения, у вас здесь комнаты остались. Являю вам победителем. Графики вас просили четвертой недели спорта и всемирной книги вождь в лице Владимира Владимировича Орлова, председателя правления, отвечает вам диплом.